На сессии принимались решения по вопросам, которые обсуждались ранее на депутатских слушаниях. Повестка состояла из 12 вопросов. В начале заседания начальник финансового управления Светлана Потупаева зачитала доклад о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Глава города дал детальные разъяснения по всем возникшим вопросам. Следующим пунктом депутаты обсудили оплату содержания жилого помещения. Несмотря на то, что в ходе депутатской комиссии этот раздел был внимательно рассмотрен, участие парламентариев все же возникли уточняющие вопросы. Представители управляющих компаний постарались помочь депутатам расставить все точки над «и». Третий вопрос касался предоставления дополнительной компенсации родителям и семьям погибших военнослужащих. Этот проект принимается ежегодно, выплаты по нему носят заявительный характер. Необходимую сумму компенсации учли при обсуждении городского бюджета. Депутаты единогласно поддержали этот проект. Также на сессии рассмотрели размер налога на имущество физических лиц на территории города. Затрагивалась и тема установления размеров зарплат муниципальных служащих. Помимо этого, на сессии обсудили продление действия понижающих коэффициентов к базовым размерам арендной платы за земельные участки, а также ряд других вопросов. В завершении заседания депутаты определили план работы Десногорского городского совета на первое полугодие 2019 года. Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.